Итак, продолжаем прогулку центральному пляжу Голубицкой. Туалет. Цена на 27 июля 30 рублей. Паркинг. Сейчас посмотрим по ценам паркинг. Здесь гоняет. Итак. Красавчик. Так, вот. Цена 6 кругов. 800 рублей. Перо 120. 6 кругов 350. 15 700. Перо 210. Это взрослый. 400 и 800. Ждет. Больно. Кому интересно. Пошли. Аренда. Сейчас вот народу уже побольше стало. Массаж рыбками. Инфраструктура полностью есть. Так, по ценам. 5 минут. Не видно, все стерлось. 200 рублей. 10 минут 250. 15 300. 350, 20 и 25 400. Народу вообще пипец. Вот картинг еще раз покажу, кому интересно. Столовая чайка. Будь покажу ее. Курортные товары. Пляж здесь неплохой. Центральный пляж на набережной. Единственный момент, сегодня у нас медузы. Машин много. Машин много стало, да? Ну вот, или в том году больше было? Больше было? В это время, да? Так, опять столовая. Сейчас подойду, посмотрим. Малибу. Малибу. Ночной клуб. Обычно здесь все тусуются по вечерам. Это хорошо ведь? Не болит? Немножко фруктов. Мы здесь обычно не берем. Вот приехала экскурсия в Голубицкую.
Парк обезьян. Столовая. Так. Смотрим, почему мороженое. Так. Напитки, молочные коктейли. По ценам не понятно. Ну, где-то 5 круги. Ну, все стандартно. Вот видите, даже аренда ролетов есть до сих пор. Предложение, спрос превышает. Комфортабельные номера с видом на море, бассейн, Wi-Fi, ну и номер телефона. Кому интересно, можете позвонить. Вот он, кстати, манго-клуб. Дом вверх дном. Тут можно 500 рублей все вместе. Тоннель, дом вверх дном, зеркальный лабиринт. Ну, этим уже, по-моему, никого не удивишь, если честно. Так, дальше идем. База отдыха «Дружба». Можно посмотреть. Есть свободные места. Кстати, предложений в этом году гораздо больше. Кому интересно. Опять аренда. Столовая. 50 метров. Вот здесь еще один проход к морю. На центральном пляже. Вот можно посмотреть цены. Завтраки. Салаты. Первое блюдо. Ну что-то как-то, по-моему, дороговато. Фастфуд. Вторые блюда. Ну и проход моря. Вот он здесь. Он не основной считается, конечно. И такси. Проезд на автобусе 26 рублей. Пивас. Мир живых бабочек. Касса. Ну, этим сейчас уже, по-моему, еще никого не удивишь. Этими бабочками. За 50 рублей. 5 по 100. Курортные товары. Мыло. Футболки. Кстати, мы с вами прошли то, ради чего я приходила. Причем они сейчас, интересно знать. Мыло. Золото, бриллианты. Магнитики по 50. Тушки переводные разные. Все это на центральном пляже. Даже вот такая есть шляпа соломенная. Так. Где же мой киоск? В котором я обычно все покупала. Крокодиловая ферма на центральном пляже. Столовая веранда. Видите, до сих пор аренда павильонов. С местными общались. Июнь был здесь вообще тухлый. Народу очень мало. Сейчас посмотрим. Экскурсии стандартные. Книги Фест. Тайны волшебного клинка. Лотос, Сытиздар. Затерянный мир.
Ну, экскурсии у вас стандартные, да, идут? Да? У меня же брали, да? Да. Угу. То есть вот как они есть, так они есть все, да? Да. А Ялта, это на один день получается? На один день, да. Ну, там плотная такая программа, да, у вас? Да, получается? Да. Там приехали ухайдоканные, конечно. Еле до автобуса доползли за один день, там, сами понимаете. Кетч, лотос, нотосы, мы вот взрослые, получается, 500 рублей, да? Да, да. Взрослые. Еще дешевле стало, что ли? Да нет, наоборот, там еще по месту, там надо будет за катера платить. Вот там подорожало. Все понятно. Там это прошлый год 600 рублей было, сейчас 800. Тик-так, брау, вулкан. Рыцарский турнир, это все вместе получается, взрослый 800, детский 750, да? Да, и опять же, там за вход надо платить. А какая самая интересная экскурсия у вас? На любителя, смотрите, кто-то любит в Крым, кто-то любит горы, кто-то в этих грязевых вулканах побарахтаться, сами понимаете, это вот на вкус. А вот я, кстати, смотрела, знаете, что мне интересно было, этот, есть он сейчас, нет, не Геленджик, а этот сплав по реке. Нет. Его сейчас этого нет, да? Нет. Все, хорошо, вот смотрите, обращайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Ну то, что хорошо, и цвет хорошо. Коктейли 20. Пицца разнообразная. Шашлычки на мангальчике. Здесь парк аттракционов. Даже по ценам там код написан. Ладно, там попозже. Опять мангал, вино. Сланцы. Красивые такие накидочки для девочек. Купальнички. Очки. Пемза 90 рублей, чтобы ножки были чистенькие. Лижечки, цена 650 средняя. Разных цветов. 550. Отель. Здесь же есть магазин Магнат. Там такие номера. Такие, так скажем. Вот буквально 12 минут. Сейчас мы двигаемся в столовую. Машенька. Южные такие. Вот она, это столовая Машенька. Сделаем обзорчик на нее. Я в ней в прошлом году обедала, мне понравилось. Заходим. Понравилось вам что-то, нет? С 8.30 до 20.00. Завтрак, обед, ужин. Стандартно. Привет, как дела? О, поменялось чуть-чуть все. Все чуть-чуть поменялось, кроме мультиков. Так, смотрим. Кола 100 рублей, вино 180, 85, 70, ну и так далее, смотрите. Сакапа 35, 50, тортики, чельчеланапи, как я понимаю, разнообразные, хлебушек, вилки, ложки, ножки. Я не знаю, смотри. Я хочу чай. А? Она холодная. Кока-кола холодная, Лёва. Нет. Цены. Сладкая, блинчики с творогами есть. Запеканочка творожная. Каша молочная. Все есть.
все накрыто. Все те же самые работают, вижу. С прошлого года, да? Знали. Машенька написано. Сейчас тоже гарнирчики. Сок 40 рублей. Салатики разнообразные. Посмотрим. Дорого, недорого. Мне на 27 июля. Останавливаем, смотрим. Компот ягодный. 40 рублей. Кофе зерновое. Холодное, Лёва? Смотрим. Маккофе 30, какао. Все горяченько упакованное. Даже турецкие, да? Интересно, эти продают. Холодное опять. Холодное, говорю. Нет, с папой. Если папа разрешит, папа разрешит. Десяток. Вот смотрите, даже здесь дети оставили такие интересные. Посмотрим, есть пиво, лимонад, кофе, мороженое. Вот здесь немножко по-другому все. Кому интересно, 80 рублей 100 грамм. Интересно. И побольше, по-моему, даже масса. Коктейли 130. Везде помыть руки. Полностью уголок потребителя. Здесь работают кондиционеры, что немаловажно. Все есть. В прошлом году здесь обедали, очень понравилось. Девочки все в уборах. Поэтому сюда пришла. Те, кто отдыхает на центральном пляже, рекомендую столовую Машенька. Идеальный вариант.